Здравствуйте, это игра «Клондайк», «Клондайк» на андроиде. Итак, осенний марафон подошел к концу, и давайте вместе оценим подарки. Ну, 150 энергии и динамит, само собой разумеется. Ну, а подарочек-то надо посмотреть, принять. Опс, марафон завершился, обменник вы жетоны, золотоискатели, получаете еще награду, получить. Так, как вам события? Ну, отлично. Ну, на четверочку, на двоечку, подтвердить. Нет, спасибо. Ну, тут мы можем поставить. Так, динамит принять, и давайте поставим подарочек и посмотрим. Тадым, открыть. Ну да, подарочек подкачал, поэтому я так правильно и сказала, что подарочек, ну, так себе. Ну все, теперь можно возвращаться домой или, скорее всего, на остров и тратить нашу энергию. Получили, надо потратить. Тем более, всегда есть чем заняться. Ну, вы знаете, вот я такие вещи, как вот марафоны, такие очень люблю. Потому что мы делаем то, что делаем, как обычно. Все, что мы хотим, чистим. И параллельно это еще нам засчитывается, как будто бы мы чего-то сделали сверхъестественного. И это очень удобно. Так, удвоить. Ждем наш мультик. И забираем наш подарок. Так, придем завтра. Придем теперь. Ну, давайте в первую очередь заберем глину. Нам же за нее теперь уже никто ничего способен, а так не даст, но... И теперь нам по заданиям типа сюда. Ладно, большие камни, вы знаете, их можно обойти, но все-таки иногда их надо разрушать, потому что в них выпадают там какие-то синие камушки. А потом стоят эти торговцы, такие добрые дядьки, и говорят, а давайте-ка меняться. А если не убирать большие камни, меняться будет просто не за что. Так, ну что, мы нашли топливо, мы выполнили задание, ну, просто герои, ну, других слов нет. Теперь что надо сказать? Правильно, отдайте наш подарочек. Получить. И теперь соберите бочки с топливом. Собрать. И теперь... Во как. А, это только были первые бочки. Ну, ладно. А тут что надо? Уберите 42. На удивление... А, тут два таких валуна. Я только один убрала. Ну, ладно, второй будет потом. Так, подарки все? Нет, не все. Вот еще подарок. Так, что это такое? Вот подарок. Дядя, дядя, я тебя ждала. Мультики. Мультики, это здорово. Так, волшебник в голубом вертолете. И бесплатно покажет кино. Смотрим. Ну, а теперь взорвать. Как раз вот я переживала, что на вторую штуку мне не хватило. Если ты сейчас неправильно взорвешь, не, все правильно. Молодец. Я им почти горжусь. Ага. Так и не дозрывал, да? Увидимся. Обязательно увидимся. И теперь найти мост. Ну, мост мы, конечно, найдем. Но не прям так быстро, как хотелось. Еще минута. Больше нет у нас, ничего там не подкинули, никаких энергетиков. Ну, печалька. Ну, значит, я возвращаюсь домой. Ну, подарок у нас получен. И это все, в принципе, что я хотела показать. И на этом все. Пока-пока, а я продолжаю играть.